Алтерслагерь, 11 апреля 2021 года, улица Трейбрицен-штрассе. Машины идут со стороны Трейбрицен. Мы проедем с вами в сторону КПП артполка войсковой части 60-413. КПП, штаб. С этого места. В эту сторону на Ютербок. Рядом здание игровых автоматов, желтенькое. А следующее магазин, извините, кафе Мишка, кафе-мороженое. Собственно, это центр Алтерслагерь. В этом здании ранее была парикмахерская, другие какие-то службы, объекты, службы. Мы же начинаем движение на велосипеде. Проедем по улице Фридрих-Энгельс-штрассе. Вот эта улица. Рядом нижний магазин, здание вот там. А те автомобили, это отстаиваются здесь. Это пятачок, отстаиваются. В выходные дни им нельзя тут ездить. Это вот объекты 7-го городка. Здание. Это как раз прямо и есть КПП. Там будет дальше артполка. Это 7-й городок. Мы здесь в первом видео проезжали Фридрих-Энгельс-штрассе. Вот эта улица. Мы здесь развернулись с вами и дальше поехали. Потом оно у меня несанкционированно прекратилось видео. Вышло время отведенное, или лимит времени закончился. Вот здесь был. Видно было пятиэтажный дом, коробка пятиэтажная. Это здание гостиницы. Вот прямо там заброшенное. Но будет реставрироваться. Это жилые дома. Это пятачок. Как я уже говорил, его, конечно, не узнать. Но это он. Продолжаем движение. Мы оттуда начали. Улица Фридрих-Энгельс-штрассе. Дома все жилые, заселены. Солнечная, замечательная погода. Но в первом видео больше она была пасмурная. В первом сегодняшнем видео. Все дома реставрированы, отремонтированы. Облик у них другой. Вон гостиница. Жилой дом. Все это жилые дома. С левой стороны штаб. Здание штаба было. Жилой дом тоже. Вот с левой стороны крайний. Здесь было КПП. С правой стороны это было одно время, здесь размещался один из дивизионов. Вон это белое цветет алыча белым цветом. Мы проехали КПП, штаб. Жилой дом потом был, и сейчас он жилой дом. В
Вот здесь в этом здании был штаб артполка, войсковая часть 60-413. Ну а прямо расположение этого подразделения, этой части 60-413. Было много объектов разных. Казармы, столовые, клуб. А, столовое это место. Много чего было. Кроме клуба. И вот этого здания, который штаб. Мы развернемся сейчас. Это уже расположение вот там за забором. Расположение войсковой части 47-280. Тут справа было санчасть войсковой части, здание санчасти войсковой части 60-413, вот тут, в этой яме. Тут лаван остался. Вот же этими деревьями. Вот это уже расположение. До последнего времени здесь размещался танковый полк. Одна из казарм, первая по счету. Малый штаб прямо с левой стороны этого объекта. Столовая офицерского состава. Это склады, то другие службы. Времени 11 часов, наверное. Да, почти что 11. Вот, можно и посмотреть. 10:59. Поехали в другую сторону. Если получится. Ветерок будет мешать. Микрофон у меня закрыт, предварительно уже закрылся, ну что-то не так. Вот это здание штаба. Штаб артполка. Дорожка еще сохранилась, никто ее тут не убирал никуда. Мы пойдем прямо. Отсюда приехали. Уже не повторяю, что здесь уже ничего нет. Распускаются листики. Вот аллейка. Вот здесь было два дома пятиэтажных, четырехэтажных, вот такие, где стоят. Перед сносом снос. Когда я говорю, фото есть или материалы есть, надеюсь, кто-то будет смотреть. Нет, никому это не интересно. Есть так есть. Вообще просматривается в основном только вот последнее видео мы сегодня разместим. Вот будут просмотры.
какие-то будут выраженные эмоции. А ранее созданные видео нет. Очень мало кто интересуется, что мы сделали раньше. Работаем мы с вами совместно уже более чем 12 лет. Столько-то размещаем фото. Но видео так всяко. Фото нет, никто не просматривает. Ранее созданные. Покажите то-то и то-то. Я объясняю. Вот там есть фото, пожалуйста, смотрите. Увы. Опять спрашивает. Покажи то-то и то-то. Ну как я могу показать, если не существует уже многих объектов? Вот сюда выезд на полигон. Сейчас будут ноги будут раздавлены домов, которые здесь были, жилые дома, их нет. Зато есть вот эти дома. Живут люди. Мы повернем здесь вправо. Вот развалины. Это подземная парковка. Это седьмой городок. По седьмому городку мы с вами едем. Проедем по этой. Буквы П стоят. Дома. Жилые дома все. Проживали семьи офицеров. Сняты были досы. Вот здесь на площадке, на этой, на лужайке, были два дома снесены. Сразу их не выкупили, эти домики. А потом что-то не срослось, снесены были. Фото сноса у нас есть. До сноса и сам снос. И выходим на улицу Фридрих-Энгельштрассе, там, где мы проезжали. Вот она прямо.
прямо в конце улицы КПП парковка. Пятачку проезжаем. Мы посмотрели почти все дома седьмого городка. Автобусная остановка. Одиннадцатое апреля сегодня, Алтышлагер. Книжный магазин. Я не помню, в первом видеоролике успели мы заснять его, не успели, поскольку я уже говорил, несанкционировано было отключение. Ну, продублируем. И вот здесь был Гаштет, который Фройндшафт, он же у Марты, которого уже нет. Как и многого нет, но есть память. Мы помним. Налево Каштани, налево на перекрестке, дальше прыгается. Я подробно говорю, какая улица, налево, что направо. Не все же бывали здесь, Алтышлагер, не все ориентируются. Кому-то, конечно, это ни к чему. Тут много времени здесь у многих прошло. У многих, какой каламбур. По 5 лет, по 2-3 года. Люди здесь были, знают лучше, чем, допустим, я. Это вот тут было КПП войсковой части 47-280. Штаб, потом библиотека. Ну, мы завершаем видео. 8 апреля 2021 года. Алтышлагер. До свидания. Это вот тут как раз и был Гаштет Марты.